Вітаю! В ефірі програма «Тиса Лайф». На початку серпня відзначається Міжнародний тиждень підтримки грудного вигодовування. Лише 62% закарпатських немовлят на материнському молоці. Чому жінки для своїх малюків обирають штучні суміші? Про усі плюси і мінуси грудного вигодовування говоримо із Уляною Волошиною, національним експертом програми ВОЗ «Лікарня доброзичлива до дитини». Доброго дня! Добрий день. Уляна, міжнародний тиждень пропаганди, скажімо, грудного вигодовування символічно приходить у 40-й тиждень року. Якби паралельно це символізує і 40 тижнів вагітності жінки. І кожен рік він, наскільки я знаю, проходить під якимось цікавим лозунгом. Який лозунг цьогоріч? В этом году лозунг «Підтримуємо грудне годування разом». И он подразумевает, что самостоятельно женщине поддерживать грудное вскармливание достаточно сложно, если ее не будет поддерживать семья, если ее не будет поддерживать социум, если ее не будет поддерживать правительство, то успешным ее желание может и не быть. И, по всей видимости, для этого были предпосылки. Сразу скажу, что, к сожалению, у нас количество детей в Украине, которые находятся на грудном вскармливании длительное время, уменьшилось. И, чем это связано? Ну вот связано с массой социальных факторов. Если мы в прошлые годы держали, в общем-то, лидерские позиции в этом отношении, то по статистике прошлого года только четвертая часть детей до года вскармливалась грудным молоком. То есть каждый четвертый ребенок? Да, каждый четвертый. То есть из четырех трое пошли на смеси. И, в общем-то, если ребенок находится не на грудном молоке, то он встречается с большим количеством рисков различного характера. И женщина встречается с количеством рисков различного характера. Но у нас за последние годы в стране, в общем-то, и были социальные предпосылки, чтобы женщина находилась в стрессовой ситуации. А, в общем-то, для грудного вскармливания стресс – это самый сложный фактор, с которым женщина не может справиться. Женщина преодолевает болезнь, возвращается к грудному вскармливанию. А если она прошла тяжелый стресс или находится хронически в стрессовой ситуации, то, конечно, ей сохранить молоко достаточно сложно, потому что включается вегетативная нервная система, и на гормональном уровне происходит угасание, продуцирование лактационного гормона. И если ситуация, что, ну, в общем-то, мужья, там, дедушки, бабушки вынуждены уезжать из семьи на длительное время по разным обстоятельствам, кто-то на заработки уезжает, кто-то там в зону АТО уезжает, или у женщины присутствует страх, что ее близкие уедут, конечно, это будет отражаться каким-то образом. Финансовый фактор может срабатывать, что женщина хочет побыстрее выйти на работу и думает, что невозможно кормить и грудью, и работать. А если действительно она вышла на работу, и там ее не поддерживают, то есть работодатель не заинтересован, чтобы она продолжала своего ребенка кормить грудью, то есть ей не предоставляется гибкий график работы, ей не предоставляется возможность покормить среди рабочего дня ребенка, или она идет куда-то с ребенком на длительное время, и нет мест для кормления грудью, как на сегодняшний день во всех развивающих странах, при кафе, ресторанах, социальных службах есть комната для кормящей матери, куда она может отойти. Вот, то, в общем-то, вот это вот все в наслоении, оно действительно оказывает негативное воздействие на то, чтобы... Це є основними факторами, да? Причинами того, що рівень годування груді у нас в Україні знижується. В чому ж все-таки користь молока? Чому воно краще, ніж суміші? Звісно, вони є штучні, але ж вони якось адаптовані все-таки для дитячої кишкової системи. От все-таки чому краще молоко? Заменители грудного молока были придуманы не просто так, из головы. Они были придуманы как шаг отчаяния, когда ребенок остается без грудного молока, и нужно его чем-то насытить. Конечно же, с каждым днем наука идет вперед. Смеси становятся все более адаптированы. Они все больше приближаются к грудному молоку. Но, опять же, нужно помнить, что они придуманы как шаг отчаяния. То есть, когда нет возможности кормить грудным молоком, потому что как бы они ни приближались, дистанция еще неизмеримо большая, и есть факторы, которые и на сегодняшний день не синтезированы, и, наверное, в ближайшие лет 50 не будут синтезированы, которые содержатся в грудном молоке.
Плюс кормление грудью, оно позитивно отражается не только на ребенке, но и на матери, маме, и так. Для мамы есть достаточно много стимулов и бонусов для того, чтобы кормить грудью. А для ребенка, вот основной, тогда, когда мне приходится убеждать какую-то, ну, маму, которой 8 гаек в голове, ее убедили в том, что кормить грудью не нужно. Есть прекрасные смеси, есть красивые бутылочки, модные, это вообще так здорово, такие красивые картинки, такие красивые соски. Вот, но у каждой матери прежде всего какая самая большая мотивация? Это здоровье ребенка. И если ей объясняешь, что самая шикарная смесь, самая адаптированная, даже если она будет неплохо перевариваться, вашего ребенка не защитит в иммунном плане. Каждый ребенок рождается с нулевым иммунитетом. У него начинает формироваться иммунитет после 7 месяца жизни. И какой-то формируется к году. Вот почему настоятельно рекомендуют исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев и потом начинать вводить прикормы по определенным рекомендациям, потому что ребенок до 6 месяцев абсолютно беззащитен перед вирусными инфекциями, перед бактериальными инфекціями. І, тобто молоко закладає фундамент імунітету дитини. Да, і, в общем-то, сама ідея була мотивації жінок кормлению грудью вузовская. Почему? Что можно сделать для того, чтобы сохранить жизнь, максимальное количество жизни детей, а, соответственно, и здоровье детей? Это всего лишь как можно раньше начать их грудным молоком кормить и как можно дольше кормить грудным молоком. И если вот к иммунным вот этим вот факторам до 6 месяцев еще присоединить кое-что, это то, что кишечник ребенка не готов воспринимать какую-либо другую пищу до 6 месяцев, кроме грудного молока, ну, или заменителя грудного молока. И только дети с определенными проблемами, тобто є все-таки якісь протипоказання. Так, да, це їх єдиниці, тобто їх 0,01% такі діти є. Це заведомо определяється необхідність не кормити грудним молоком. І от це ми коснемося, допустим, абсолютних протипоказань для кормлення грудью. Тобто є відносні, є часові і є абсолютні. Абсолютно не можна кормити грудью, це тоді, коли у мами спить ВІЧ. Но в нашей стране, в мире уже немножко пересмотрели это, там идут по пути пастеризации молока. Нельзя категорически при открытой форме туберкулеза, вот, и тогда, когда есть ферментативная непереносимость грудного молока, по этому поводу все дети в мире тестируются перед выпиской по поводу наличия такого обменного заболевания, как фенилкетонурия. И гипотиреоз – это ферментативные заболевания, которые не видны глазом. И если они выявляются, то эти дети находятся на специальном питании. И молоко категорично в таких выпадках заборонено. Да, вот именно. Но это, я же говорю, это такие единицы во всем одиничні мире. Одиничные выпадки. Да. Вот мы с вами торкнулися ще й питання того, що молоко не тільки корисне для дитини, а й корисне для мами. Яка користь грудного вигодовування для матерів? Самый первый плюс женщина начинает ощущать, уже находясь в родзале, в первые часы после рождения ребенка. Потому что так, когда ребенок начинает сосать грудь, он за счет раздражения ареолы вокруг соска включает окситоциновый рефлекс, у женщины выбрасывается окситоцин и начинает сокращаться матка. И все женщины знают, что тогда, когда она родила ребенка, чем быстрее у нее сократится матка, тем быстрее она сможет уйти из роддома. И этот процесс спиралевидный, то есть чем больше сокращается матка, тем быстрее начинается лактация более мощная. Ну, соответственно, если мама думает о том, чтобы она побыстрее с ребенком выписалась из роддома и попала домой, она будет активнее ребенка прикладывать к груди. Но если мы поговорим о более отдаленных плюсах для мамы, то женщины, которые кормили грудью, причем длительно кормили грудью, у них риск развития рака груди в десятки разов меньше, чем у женщины, которая не кормила грудью, и в несколько раз меньше, чем женщина кормила грудью до 4 месяцев. То есть если она кормит грудью длительно, то, в общем-то, она в перспективе сама по себе более здоровый человек. Плюс у женщины развивается, скажем так, процесс непрерывного омоложения клеток. Это не миф, это реально доказано наукой. И, в общем-то, кормящая мама, она будет выглядеть моложе и привлекательнее для своего мужа.
Это самые такие быстрые. Тогда, когда меня женщина спрашивает, а не буду ли я слишком толстой, не слишком ли я поправлюсь, позвольте вам заметить, что мама, которая кормит грудью, она настолько находится все время в обменном тонусе, она столько выбрасывает энергии во время каждого кормления, то есть она продуцирует молоко, это затрата энергии. Она носит ребенка на руках, она общается с ребенком, она вот потом бегает за ребенком, который уже начал ползать. У нее столько расходуется энергии, что в общем-то, это равноценно хорошей тренировки в фитнес-залі. Тобто це ми вже фактично затронули тему міфів про грудне вигодовування, тому що багато жінок страждають на різні фобії. От одна із них – це, зокрема, і те, що жінка може набрати трошечки зайвої ваги. Які ще є от такі от міфи? Можливо, це втрата якоїсь форми своїх грудей, можливо, це якась, там, не знаю, боязнь того, що дитина буде до неї надто прив'язана. Вот, что вы можете сказать? Ну, я бы сказала, что ребенок к ней будет слишком привязан, это немножко вы неправильно сформулировали. Наверное, женщина боится того, что она будет связана по рукам и ногам, если она кормит грудью, и она будет не так свободна в своей социальной жизни, в своих перемещениях. Нужно просто женщине пересмотреть, в общем-то, свое желание, как хочет она быть социально активной или нет. Кормление грудью совершенно не сковывает женщину. То есть она может кормить грудью во время путешествий, во время каких-то походов и так далее. У меня много мам именно и в Закарпатье есть, которые ведут очень активный образ жизни при наличии маленьких детей. Они даже умудряются ходить в горы, в походы. И если у мамы есть необходимость куда-то поехать, то, поверьте, она менее скована, чем женщина, которая завязана на бутылочках, на дезинфекции этих бутылочек, на приготовлении смеси, на том, чтобы это было безопасно для ребенка и найти необходимую смесь, найти безопасную воду для этой смеси. В общем-то, тут куча всяких проблем. А тогда, когда женщина кормит грудью, она перемещается вместе с ребенком, и тогда, когда ребенок захотел, она ему просто предоставила возможность поесть, и все. Готово, тепло, да, стерильно. Кормить грудью можно и зимой, и летом, и во время путешествий, и в самолете, и на пляже, и в трансфере, где угодно. Лишь бы она этого хотела. И, в общем-то, именно благодаря грудному молоку можно как раз и регулировать и жажду ребенка, и температурный режим, и безопасность. И даже во время болезни это тоже, в общем-то, благодаря исследованиям был подтвержденный факт. Тогда, когда мать кормит грудью больного ребенка, она через свои рецепторы, которые находятся у нас обонятельные в носу, она сканирует бактериальное состояние ребенка, и ее организм начинает продуцировать молоко с антителами, необходимыми именно в этот момент ее больному ребенку. То есть точно так же, как индивидуально, в принципе, для каждого ребенка грудное молоко, оно индивидуально для каждого ребенка в разный возрастной временной период. То есть мать кормит грудью сразу после рождения, это один состав молока, там в 2 месяца это другой, в 6 месяцев еще. То есть тогда, когда по возрасту ребенку нужен другой состав молока, вот мы смеси подбираем каждый раз, балансируем, как бы подобрать. Если же говорим про вік, до якого віку мама може кормити свою дитину? Є такі випадки, наприклад, що дитина вже практично шкільного віку, і тим не менше вона ще на грудному вигодовуванні. Такі випадки поодинокі, але вони тим не менше є. От до коли правильно активно це робити? Рекомендовано сохранити грудне вскармлювання по можливості до 2-3 лет. Ну, а те единичные случаи, когда это как бы более длительно, это уже ну вот как бы исключения, которые касаются абсолютно индивидуально вот этой матери, этого ребенка. Я думаю, здесь уже нужно рассматривать ситуацию, что важно для этой мамы и для ребенка. Я слышала эту легенду о том, как наш чемпион мира шахматист Пономарев, тогда, когда он стал чемпионом мира в 18 лет, в прессе звучала такая фраза, что мать его кормила грудным молоком до 10 лет. Но там не уточнялось, она ему давала грудь или она просто сцеживала молоко. Вот. Вполне вероятно, что это было, потому что тоже влияние на интеллектуальное развитие ребенка грудного молока доказано. Якщо порівнювати із радянськими часами і, скажімо, сьогодні, тоді рекомендували дитину прикладати до грудей погодинно, кілька разів на день, вночі не можна. Як тепер до цього відноситься?
На сегодняшний день, если ребенок находится на грудном вскармливании, то основное правило – это кормление ребенка по требованию. Тогда, когда ребенок находится на искусственном вскармливании, он опять же вскармливается по режиму. Потому что смесь – это, с одной стороны, более контролируемая ситуация, с другой стороны, смесь переваривается более сложно. То есть, если на грудном молоке ребенок может небольшими порциями часто кушать, то для того, чтобы смесь элиминировалась, освободился желудок для следующей порции, действительно нужно соблюдать интервалы, когда 3 часа, когда больше, ну, зависит от того, какое время наступило. И вот тогда, когда, допустим, летнее время, и дети испытывают жажду, то дети на грудном вскармливании, они прикладываются к груди очень часто для того, чтобы утолить жажду. И вот сразу я забегу вперед, надо ли детей допаивать водой или не надо, когда они на грудном вскармливании. Грудное молоко состоит из двух частей, передняя и задняя. Передняя водянистая для утоления жажды. Задняя – это концентрированная, калорийная, которая насыщает. И вот тогда, когда дети часто прикладываются, там каждый час, каждые полчаса чуть-чуть пососать у мамы грудь, они именно утоляют жажду вот этой передней частью молока. Они утоляют водянистой частью свою потребность в жидкости. Зрозуміло. А от повертаючись до фобії, багато матерів переживають, що через грудне молоко у дитини можуть бути коліки, запори або, можливо, вздуття. І вони вважають, що в цьому плані штучне годування більш збалансоване. Це є однією із фобій, чи це дійсно так? Якщо це так, то, можливо, мамі потрібно дотримуватись якоїсь спеціальної дієти, щось вживати, щось не вживати, контролювати якимось чином свій раціон. Для того, чтобы заведомо избежать колики, не нужно переходить на искусственное вскармливание, потому что проблемы с коликами до 4 месяцев у детей и на смесях, и на грудном молоке, такова природа человеческого организма. Дети, у которых до 4 месяцев не было колик, это исключение. Это, наверное, один там из 50, и этим мамам крупно повезло, и замечательно, что их ребенок сразу адаптируется к грудному молоку с момента рождения. Дело в том, что каких-то жестких ограничений в продуктах, вот таких вот, не существует в мире. Но я когда мама проговариваю, что какие моменты, в чем принцип здорового питания кормящей мамы. То есть нет фантастических диет, чтобы она сидела на каких-то одних молочных продуктах или там, фруктах, овощах, потому что она после родов не превратилась ни в инопланетянку, ни в обезьянку. Она осталась такой же женщиной. И она, даже если резко изменит свое питание, это плохо, потому что ее организм привык к определенному набору продуктов. Но просим не употреблять продукт под названием «очень». Очень соленое, очень жирное, очень сладкое, очень кислое и так далее. Продукт под названием «много», то есть что-то съесть сразу много. Продукты, содержащие консерванты, это упакованные в тетрапаки, пластиковые, то есть продукты длительного хранения, потому что за счет консерванта там на самом деле недостоверная биологическая формула продукта, и она может провоцировать у ребенка проблемы. И, конечно же, продукты, которые не по сезону. Потому что если мама ест клубнику в январе, она употребляет большое количество там, нитратов и еще чего-то. Вот то, что поспело по сезону, в небольшом количестве, без каких-то больших доз какого-то продукта, мама все может употреблять. И индивидуально каждый ребенок. Кто-то на что-то реагирует, кто-то нет. И уже мама действительно подбирает. Ну и есть заведомо продукты, которые вызывают вздутие. Например, черный хлеб, бобовые, там большое количество сладкого. Вот, конечно же, если это маме объяснить, там газированные напитки, то она этого и будет избегать. Но поверьте, когда обнаруживаешь маму, которая 2 месяца сидит на одних молочных продуктах, только лишь потому, что вот ей сказали, что так нужно для того, чтобы было качественное молоко. И семья вот ее держит на молочных продуктах. Мама практически в состоянии депрессии. У ребенка, естественно, проблемы с перевариванием вот этого вот молока на одних молочных продуктах и проблемы с кишечником. Часто проблемы дерматологические, то есть уже тут включаются моменты сенсибилизации к молочным продуктам. Вот. Поэтому все должно быть разумно. С одной крайности в іншу. Да, конечно, все должно быть разумно.
Женщине мы говорим в родзале, вы можете все есть понемножку, но только то, что вот сейчас выросло там, то, что природное, не синтетическое, не привезенное откуда-то там издалека и обработано, соответственно, большим количеством химикатов. Вот. По питью тоже миф. Нужно очень много пить. Не нужно очень много пить. Женщина должна употреблять жидкости столько, сколько хочет. Вот. Но... Тобто нема такої норми, що вона має випити 2 літри води в день, норма? Нет. І проблема как раз в том, когда женщина начинает заливать себя большим количеством жидкости, и наступают третьи сутки, когда у нас идет мощный выброс лактогормона, и когда идет большое количество, прилив большого количества молока, на фоне вот этого вот заливания организма жидкостью идет общий отек. Вся женщина отекает, и молочная железа отекает. И ей уже справиться в этой ситуации сложно, и нужна помощь. И намного ей сложнее помочь, чем женщине, у которой не хватает молока. Вот жінка, якій не вистачає молока, що їй робити для того, щоб все-таки не переходити на пляшечки, на штучне вигодовування? Що їй робити, як їй стимулювати? Можливо, якісь є масажі, препарати? Я чула такий народний метод, що треба зелений чай з молоком змішувати. От є якісь такі, можливо, народні якісь поради? Що жінці в такій ситуації робити? Ну, мы опять продолжаем тему мифов. У каждого региона Украины свои какие-то спецрецепты, что нужно кушать для того, чтобы прибыло грудное молоко. В Закарпатье это по бутылю в день березового сока. Почему-то кем-то было придумано. Обязательно нужно в сумасшедшем количестве пить молоко. Приносят такой продукт, значит, сырые яйца, называется это пташиное молоко. В общем, колотятся там сырые яйца со сметаной, какао, сахаром. В общем, биологическая бомба. И женщина вливает в себя вот это вот все. Значит, из всего того, что вы перечислили, в чем рациональность? Допустим, зеленый чай с молоком, в чем польза? Это теплое питье. То есть в чем идет рекомендация? Чтобы женщина употребляла теплую пищу, желательно жидкую пищу. То есть если это какой-то бульон, если это концентрат какого-то животного белка, то еще и в теплом виде, оно немножечко простимулирует. То есть теплое питье, оно окажет свое положительное влияние. По поводу массажа, тоже массаж самый эффективный для стимуляции грудного вскармливания. Это тот, который делает ребенок, то есть у нас идет раздражение ареолы, потому что там находятся рецепторы, которые включают окситоциновый рефлекс. И еще может быть массаж плечевого отдела. Саму молочную железу ни в коем случае трепать нельзя, как ее вот массажисты разминают. Потому что тут две опасности. Первое. При вот этом массаже идет болевой фактор. Идет занесение обязательно инфекционного фактора. Потому что чаще всего эти массажистки сами носители патогенного стафилококка. И потом случается проблема, нам занесли стафилокок. Кто? Цыгане прибежали к вам, занесли. Нет, вы сами попросили добровольно, чтобы вам пришли, простимулировали, промассажировали. То краще всего прикладывать дитину, да. И это будет наикращий массаж, да, но бывает, что сам ребенок не может настолько часто сосать грудь. Он может быть по причине даже того же нехватки той молока быть немножечко ослабленный. Поэтому здесь нужно, мы показываем женщине движение, имитирующее да, сосание ребенка, то есть это фактически сцеживание. И вот просим, поработайте даже с этой пустой грудью. Посидите минут 10-15, постимулируйте, посцеживайте эту пустую грудь. И вот эти вот частые прикладывания. И оно может стимулировать сцеживание, приток молока. Оляна, у нас, на жаль, не дуже багато часу. Ще хотілося б запитати у вас наостанок, які у нас заходи будуть в Ужгороді проводитися до тижня грудного вигодовування? Що у нас в Ужгороді, де, коли і як? У нас проводиться, ну, как всегда, это во всех учреждениях, те, которые носят статус лікарня доброзичливо до дитини, больше проводится консультации с женщинами, какие-то плакаты развешиваются, в этом году фотографии, детские рисунки, фотографии семей, но нам повезло, у нас есть волонтеры. Волонтеры подготовлены движением «Молочные реки». И эти добрые женщины позаботились о том, чтобы в Ужгороде был праздник грудного вскармливания. У нас 5 числа в ротари-парке, начиная, ну, вначале думали с 10, решили к 11 перенести, чтобы у женщин была возможность проснуться и прийти с детьми, будет проводиться вот настоящий праздник грудного вскармливания, где будут и лекции, и мастер-классы, и викторины, и игры, и призы, фотозона,
потом детская площадка, игры с детьми, чтобы мама могла послушать, посмотреть, приглашаются семьи, потому что мы підтримуємо разом, если не поддержать семья, чоловік, бабушки, бабусі, тети, подружки, мать, которые могут участь. Давать врезные советы, а подружку послушают больше, чем доктора. Вот. Пусть все приходят, получат удовольствие, наслаждение. И если женщина кормит с радостью, то это приносит то есть это приносит пользу ребенку ей, но это еще и приносит радость всей семье. И если бабушки будут понимать, что они дают правильные советы своей там, невестке или своей внучке, то они будут просто щасливы и гордиться тем, что они такие вот такие обізнані люди. Дякую вам гарно за розмову. А глядачам нагадаю, сьогодні на Закарпатті на грудному вигодовуванні 62% немовлят віком до 3 місяців, а після півроку лише 38%. А вже після року на грудному вигодовуванні кожна 10-та дитина. Це дуже низькі показники. Тож, аби грудне вигодовування відбулося, жінка має бути готова до цього і ще. З періоду виношування дитини так само має бути готова і сім'я. Тож, бережіть себе, будьте здорові і до нових зустрічей. До побачення.